Здесь, товарищи, добро пожаловать на ТВ Джем. Сегодня будем делать лазанью с мясом. Для приготовления нашего блюда нам понадобится одна сковородка. В сковородку добавим немного оливкового масла. Порежем лук мелко. Сразу все это добавим в сковородку. Конечно, можно сразу посолить. Тут мы возьмем одну морковку и на тонкую терку добавим немного тертой морковки. Так, пол морковки, это будет достаточно. Также немного сельдерея. Это будет достаточно. Добавим оставшийся лук. Опять немножко посолим. Опять добавим оливкового масла. И все это отправляем на плиту, чтобы тушилось. Это все нам надо протушить где-то примерно 15-20 минут. Уключите, значит, кастрюлю с горячим водой. Можно добавить, конечно, туда немного соли. Приготовите лазанье где-то на такой маленький противень, как у меня. Принадобится за 3 слоя 12 штучек. Это все можно, какой противень у вас, легко да померите. Сколько вам штучек надо. Значит, один слой, а второй... Третий. Это все оставим на следующий раз, когда нам захочется лазанье. Это мы уже приготовили воду, чтобы их обварили на 50%. Аккуратно, чтобы они не сломались. Блендер у меня есть. Помидоры в собственном соку у меня есть. Сейчас мы то все ставим в блендер. Можно да посолите немножко, как то лучше будет разваливаться. Все это, конечно, пропустите. Возьмем фарш, добавим говяжий фарш, где-то примерно 1 килограмм на лук. И оставим, чтобы оно тушилось. Пока все это тушится, у кипяток добавим 12 штучек нашей пасты лазанья. Всегда можно накрутить немного перчика. Затем обязательно посолите. Значит, все нам надо очень хорошо обжарить. Сейчас опять промешаем наш фарш. И сами знаете процедуру, как и на овощную лазанью. Добавьте немного вниз. Для первого слоя. Потом сюда можете, конечно, добавить для аромата немного лаврового листа. Это тоже будет очень интересно. Затем добавьте немного сладкой паприки. Пока это все дальше жарится, добавим холодную, чтобы прохладало, чтобы мы могли пальцы внутрь да засовываем. Добавим на помидор первый слой, а второй слой. Аккуратно разделите лазанью, чтобы потом она вам не склеилась. Каждый кусок от себя. Промешаем наш фарш. Если хотите чеснок, обязательно добавите. Добавлю помидор в собственном соку. Все это я хорошо промешам. Получаем такой замечательный соус. Возьмете половник, добавите равномерно везде. И, дорогие мои друзья, сейчас тут можно играться, как вам и удобно. Уже все знаете. Можно добавить немного базилика для аромата. Потом добавьте следующий слой. Опять идем в слой мяса. Расширим, чтобы везде было одинаково. Добавлю немного хорошего аромата. Погружаем в духовку на 220 градусов на где-то примерно 15-20 минут. В
возьмем терку. Тут у меня есть сыр Грана Падано. Сейчас мы то все потертим. Постарайтесь, да натерте очень хорошее количество сыра. В принципе, это то, что надо. Духовку не выключаем. Просто сейчас сделаем тут дырку. Посмотрим, у нас уже все сухое. Жидкости нету, жидкость упарила, выпила. Значит, берем наш сыр Грана Падано или пармезано, что у вас найдется. Везде постарайтесь да накладывайте, чтобы сейчас это все хорошо оттаяло. Возвращаем в духовку на примерно 5-6 минут, чтобы сыр расплавился, и все, готово. Наш сыр оттаял. На наш пармезано Грана Падано добавляем орегано. Я резать не буду, лазанья должна очень хорошо допрохладать, чтобы получилось такие кубики, как тирамису, все правильно. Я вам, конечно, желаю приятного аппетита. Учитесь и готовите, получайте удовольствие. С вами был Серж Лазанья, ТВ Джем. Спасибо, чао, до свидания.